Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. Мы продолжаем играть в Star Wars Old Republic. Итак, в этой серии у нас два задания. Первое основное. Это нужно добраться до Рианы Рист. Или как ее там зовут? Риханы. Вот. И по второстепенному заданию вот сюда, да. Что-то связанное с бородинными детонаторами, вроде как. Вот. Сегодня я играю с дурацкими наушниками, потому что мои наушники, походу, накрылись. Я немного по-другому свой голос слышу. В затычках сижу. Надеюсь, все будет нормально со звуком. Так, ну, летим туда, откуда... Туда, куда нас постоянно ведут. И в ПВП стали, кстати говоря, да. Хочу по ПВПшиться. Вот вам музычка. Наслаждайтесь. Алдеран, такая большая планета, да. Что я настолько большая, что я немножко от нее уже устал, от этой планеты. Так что сходим в ПВП, как только появится возможность. Я думаю, вы будете не против взглянуть, как здесь выглядит эта составляющая игры. Так, тоже в какой-то пещере, походу. А, не, это не пещера, это здание. А где это здание? Не совсем понимаю, как туда проехать. Ну, ой, не то нажал. Найдем. Как всегда, будем методом тыка искать нужную дорогу. Вот на Алдеране, что не проработано, так это дороги. Непонятно, где что находится. Одно здание может быть на другом конце карты, и как туда проехать, без понятия вообще. Вообще. И причем туда даже не ведут эти такси. Да, такое дело. Так, ну, наверное, сюда, я думаю. Наверное, мы правильно приехали. Это логично. Да, я угадал. Приветики, привет, народ. Не обращайте внимания. Я так по заданию пришел. Нагадить вам немножко. Все равно все потом отреспится и все будет окей. Так что не переживайте. Не переживайте. Так, ну, пока мы без приключений зашли, нам направо. Бойцы Улга. И дроид защищает. Надо усыпить вот этого парня, чтобы убить спокойно дроида. На. Красавчик, Андроникас его застрелил в конце. Молодец. Они так и не поняли, что я уже диверсию совершил. Бедняги. Получайте.
Отличненько. Я так понял, мы подрываем это здание, да, точно. Мы его подрываем. Красота. О! Это же Людка Павлюченко, вы чё? Всегда хотел поближе взглянуть на ее. Ой, она проснулась. Блин. Ладно, ладно. Не знаю, что это было, друзья. Да. Меня немножко плющит сегодня после работы. Вот. Так что я буду хернёй страдать иногда. Возможно. Спасибо. Ты снова спас Тулов. Наши земли от разрушения спас. Возможности ситхов за гранью нашего понимания, говорит Крейн. Крейг. Все было очень просто. Тогда мы преклоняемся перед твоими навыками. Наши войска на такое не способны. Олга отступили, чтобы помянуть своих врагов, свои потери. Какие-то проблемы им дом Рист доставляет, и мне нужно связаться еще с каким-то солдафоном. Ну, понятное дело, как всегда. Отлично. 43-й левел. Супер, супер. Так, и это, блин, King Pass. King Pass туда есть маршрутик? Да, есть. Полетели. Все никак не получается по основному заданию пойти. Знаете, я начал замечать, что такое ощущение, что основное задание, оно как бы меньше, чем второстепенное. Ну, то есть, я имею в виду именно сюжетную линию. Сюжетные линии. Второстепенное задание тоже сюжетное. Только на этой планете, правда. И оно как бы длиннее основного, основной сюжетки. Это неправильно, как мне кажется. Просто сколько мы уже заданий выполнили по планетарной арке. Сравните. И сколько мы выполнили по основному сюжету. Почти нифига не выполнили. Раньше здесь, по-моему, был... В этом здании был четвертый героик. Теперь четвертых героиков больше нету, наверное. То есть героики на четверых... Ну, с кем я должен тут побеседовать? Ага, прям напротив. Но сначала мусор продадим. Sell junk. Дейтис Элгин какой-то. Это ты? Сиф. Имперский советник дома Тул. Я рад тебя видеть. Дом Тул переживает кризис, который угрожает нашей позиции на Алдоране и империи, имперской позиции, точнее, Тулом и империи. В чем кризис, прежде чем я соглашусь? Дом Рист, Алдоранский дом ассасинов, объединился с узурпатором домом Улга, но были времена, когда Ристы делали работу, грязную работу для любого, кто заплатит, а теперь наши грязные делишки могут всплыть на поверхности или что-то там разве. Попасть к врагам, короче, да. Бывший ассасин, которого выгнали за то, что он раскрыл личность одного из нанимателей, угрожает, что раскроет все убийства, все похищения и все, что ради нас сделал, если ему не заплатят. We've arranged a meeting to deliver payment, but he's recruited some of Rist's best assassins to his side. I don't trust him. That's why I need you.
Someone strong enough to withstand whatever trap he intends to spring. Будет сделано, so дружище. What exactly do I do? This man wants to establish his own house of assassins. And he has demanded land and a title as payment for his silence. Take this case and meet him at the assigned meeting place. Ничего себе. If he takes the bribe, fine. If not, пацанчик, kill him. Пацанчик офигел вообще. Короче, какой-то ассасин ушел, ну, точнее, выгнали какого-то ассасина за то, что он раскрывал информацию о нанимателях из дома Ристов, и теперь этот ассасин требует от нас взятку, чтобы за молчание. Он хочет открыть свой собственный дом ассасинов. Так, это, блин, куда-то туда вообще. Пипец. Пипец, куда ж меня запихали? Задание дали... Смотрите, где дали задание, а где находится место, где его нужно выполнить. Просто жесть. Нафига так далеко все запихивать? Пипец. Похер, короче. Поехали. Вот, теперь требуют взятку с нас. И еще там кого-то нанял, какую-то ловушку готовит нам, типа того. Короче, мы с этим разберемся. Ничего страшного не случится, уверен. Мы спокойно убьем этого наглого негодяя за то, что он посмел ставить какие-то ультиматумы империи. Он должен был сразу, как только подумал о том, чтобы потребовать у империи взятку, он сразу должен был достать пистолет и застрелиться, чтобы я не ехал. То теперь приходится ехать в какую-то глухомань непонятную. Блин, когда же ПВП уже начнется, ёпрсты? Чё так долго ищет? Хотя сейчас... Ну, вечер уже, походу, да? Но все равно... Это у нас уже вечер. В Европе там еще люди работают. Еще мало народу, короче, на серваке. Так, здесь где-то у нас ящичек с денежками. Я чуть не могу понять, где. А, вот. Отлично. А вот еще. Ха. Это не то здание, в котором героик, понятно. Значит, я ошибся, когда летели. Кай Садек. Right, эй, чё за фигня? Почему я не могу с ним поговорить? А, может, он наверху где-то? Это чё, баг какой-то или что? Я не понял. Я зашел по заданию. А где... Не писёнок, с которым разговаривать. Ну-ка, выйдем, зайдем еще раз. Чё за фигня? О, ПВП. Поехали. Отличненько. И карта хорошая. Люблю эту карту. Здесь нужно захватить как можно больше турелей. Вот. И удерживать их. Интерфейс. Я уберу музыку, чтобы вырезать это ПВП потом и как бы музыку наложить и... Ну, вы поняли, короче. Вы поняли. Будет второе видео чисто про ПВП. Под музыку эпичную. Хотя предыдущий ролик, который я записал про Ситха Инквизитора, кое-кому не понравился. Кто-то решил, что... знает лучше, как я должен играть. Короче, нужно уничтожить корабль. Такой же корабль, в котором мы сейчас находимся, только вражеский. А для этого нужно захватить больше турелей. Тогда мы будем наносить больше урона. Вот. Ну, вы поняли, в чем суть. Если у нас будет
0 турелей под контролем, и вообще никакого урона не будем носить. Если одна, а у врага две, то враг будет, само собой, в два раза больше урона наносить. Вот. Если у нас будет две, а у них одна, то мы будем больше урона наносить. Шкалы... Шкалы вы можете справа вверху наблюдать. Моя команда зеленая, их красная. И у всех платформ по 600 здоровья. Такие дела, такие дела. Пойдем захватим эту турель. Будем называть ее западной. Что? Чё за хрень? Игра закончилась. Чё? ГГ? Даже в чате пишет. What? Чё за хрень? What the fuck? Да, поиграли. Попвпшились, друзья, попвпшились. Эх. Ладно, пойдем по заданию. По планетарному. Это ты их требования выставляешь империи. Брат, посмотри на это Сид. Полагаю, ты и наполовину не глупы, как я думал. Это им не поможет, но я дам им, начислю им пару очков за то, что они попытались. Теперь передай нам, пожалуйста, плату. Я ничего не дам тебе, если пока не убежусь, что нет никаких трюков. А, я не буду это переводить, просто основной смысл, да и все. А, не меня хотят в заложники взять. Они хотят... Это была ловушка для того, кто придет, чтобы потом потребовать за него выкуп. Поняли? И они решили, что могут меня захватить. Это ж какими надо быть тупыми. Этого не стоит, Кай. Улики уже отправлены в дом Улго. Он не и не собирался их тебе отдавать. Вы думали, что можете так просто предать меня? Ты идиот! Ты потерял все чувство чести, врать и красть. Сэм, ты предал своего брата? Я убью тебя за это! Damn it, Kai. I'm sorry. Сэм, ты убьешь своего брата, я тебя за это убью. Извини. Короче, они уже передали. Нет, чувак, нет. Никто меня не предает. Никто. Стоял что-то, оправдывался, заочковал, видимо, умирать не хочет, но уже поздно, друг. Дело сделано. Нечего отпираться. I take the fact that you're rummaging around in the assassin's files to mean that the meeting didn't go well. Да, митинг прошел плохо. The evidence has already gone to Ulgo. You're kidding me. Damn it. Well, spare no detail. If Vesix Ulgo gets that evidence, soon every house on Alderaan will know who Thule hired Riss to kill and when. They won't just banish Thule, they'll destroy them. And the Empire's chances on Alderaan will die with them. Я все вам расскажу сейчас, просто не хочу. Не хочу больше переводить, дословно пытаться. Right now. Не завидую твоему положению сейчас. Vesix Ulgo commands a squad of the most highly trained commandos on Alderaan. They have even defeated Jedi. But you... You may stand a chance. I have to ask you to recover that evidence.
quickly. Как его зовут, этого чувака? Sounds fraught with danger. Эссек Сулга, или как его? Thank you so much. Find the evidence. Destroy it. And I promise you'll double the reward when you return. Короче, какой-то Весек Сулга или Эссек Сулга уже получил доказательства, которые ему нужны, чтобы разоблачить дом Тулов, все грязные делишки поднять на ветер. Этого им будет достаточно не только для того, чтобы изгнать Тулов опять с этой планеты, но еще и уничтожить их окончательно. Вот. То есть, я так понимаю, репутацию подмочить, чтобы другие дома больше не вступали в союз с Тулами. И даже союзники, наверное, не захотят ничего общего иметь с Тулами, если все эти заказные убийства всплывут на поверхность. Ну, вы поняли, эти двое дурачков, они, короче, уже передали информацию, за которую мы пришли. Улга, этому Весексу или Эссексу, как его там зовут, глава дома, короче. Вроде так его назвали, глава дома. Вот. Ну, короче, нужно предотвратить утечку, нельзя этого допустить, нужно, короче, сразиться с Улга. Что мы и сделаем. Но для начала мы по основному заданию с ристами вроде как нужно сейчас разобраться. Или нет, сначала все-таки по второстепенному давайте. Да, оно как бы ближе. Что хорошо. Крианерист, придется пробиваться. Это я помню, там у нее полным-полно охраны. Хотя я по стелсу могу пройти. Не стоит переживать. Улга Оперейтив Каптейн. Капитан. Почему здесь написано Каптейн, если пиндосы говорят Каптейн, вроде как? Ну, то есть A и I сразу за этим. Получается Каптейн. Весекс Улга. Чувак, тебе не распространить эти улики, зря ты вообще их заполучил, был бы жив сейчас. А, отлично, сломали к чертям. Вернуться нужно к этому чуваку, сдать задание. Поднимем немножко музычку, вернем. На ПВП не удалось сходить, ничего страшного. Когда-нибудь сходим. Хотя, может, вам это и не интересно. Так что, может, даже нам повезло, что так случилось. И думаю, мы не успеем сегодня в дом ристов к Риане, потому что там слишком долго бегать. Очень большой у Рианы рист домик, как я помню. Мы там с Женей, когда вдвоем проходили, очень долго этим занимались. Сейчас сдадим задание. Вот что я решил. Сдадим задание. Ты где, дружище? Скажи мне, что ты победил Весекса. Скажи, что ты смог уничтожить улики против Тулов до того, как Улга смог их распространить. О, какое облегчение. А если на толчке посидишь, тоже не получишь такого же облегчения? Я не знаю, что я несу, друзья. Я не знаю, что я несу. Ты хорошо поработал на Империю. Я надеюсь, ты это осознаешь.
Так, так, перчаточки. Будем завершать серию, я думаю, полчасика мы наиграли, наверное. С учетом того, что мы еще отвлекались на PvP. Не знаю точно, время не засек. Так, ладненько, в общем, ехать нам опять обратно в том направлении. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте и увидимся в следующих сериях. Всем пока!